Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 25 августа. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Если туман стоит над лесом, то будет дождь. Петухи теряют перья в это время, к затяжной осени. Если даже при отсутствии дождя в воздухе ощущается сырость, как днем, так и ночью, жди затяжного ненастья. А какая же погода ждет нас завтра, 25 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Саженская Кирилловского района Вологодской области плюс 15. Температура с каждым днем снижается. И опять дождь. В деревне Сажнево Рязанского района Рязанской области воздух прогреется до 18 градусов. Последние летние деньки уже напоминают о том, что скоро осень. В деревне Сажиха Весьегонского района Тверской области плюс 17. Среди дождливых дней выдастся один солнечный и сухой, и произойдет это как раз завтра. В деревне Сажина Суксунского городского округа Пермского края плюс 30. Урал нынче удивляет своей погодой. На дворе конец лета, а у них все жара. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!